Всем привет, друзья! С вами Ксения, и сегодня мы приготовим очень вкусное печенье с нутеллой. Для этого нам понадобится 280 грамм муки, 1 яйцо, 175 грамм размягченного сливочного масла, 2 столовые ложки какао, 4 столовые ложки нутеллы, 130 грамм сахара, 10 грамм разрыхлителя и 10 грамм ванильного сахара. Для начала сливочное масло нам нужно растереть сахаром. Добавляем яйцо, ванильный сахар, какао и тщательно перемешиваем. Далее постепенно добавляем муку и разрыхлитель. Делим тесто на две равные части. Между двумя листами пергаментной бумаги раскатываем тесто размером приблизительно в 2 мм. На одну половину теста выкладываем по 1 чайной ложке нутеллы. Теперь второй половиной теста накрываем нутеллу и далее с помощью стаканчика придаем форму нашему будущему печенью. В заранее разогретой духовке до 160 градусов выпекаем 30 минут. Приятного всем аппетита!